Здравствуйте, я Дерек Уокер, пастор библейской церкви в Оксфорде. Сегодня я хочу поделиться с вами важным посланием на тему «Во Христе». Это одна из самых важных фраз в Библии. А вы замечали, как часто она идет вместе с Божьими обетованиями? Например, во втором послании к Коринфянам, первой главе 20 стихе сказано, «Ибо все обетования Божии в нем то есть во Христе, да, и в Нем. Аминь. Ефесянам 1 глава. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Поговорим о том, что значит быть во Христе и как мы туда попадаем. Наша христианская жизнь похожа на здание, а ключ к тому, чтобы это здание было крепким и устойчивым, это правильное основание, неизменное и твердое основание. Это основание — это камень откровения о том, кто мы во Христе. Если мы строим на зыбком песке, то нас будет уносить в сторону ветрами различных учений, всеми жизненными бурями. Но мы будем стоять твердо, зная, кто мы во Христе. Как сказал Иисус, Он сказал, что нам нужно строить нашу жизнь на камне, на истине Его Слова. Итак, всякого, говорит нам Евангелие от Матфея, 7 глава, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумным, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне, то есть во Христе. Строить на камне — значит знать, кто мы во Христе, и основывать свою жизнь на этой истине. Далее Иисус говорит, «А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному» который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал и было падение его великое. Мы ведь такого не хотим, правда? Ключ в том, чтобы слышать слово и сделать его основанием своей жизни. И сегодня я хочу положить под ваши ноги камень, чтобы вы могли жить в этой реальности и не страдать от жизненной бури. Есть два вида истины. Эмпирическая или основанная на опыте и позиционная. Эмпирическая истина ⁇ это истина о тех вещах, которые мы видим, чувствуем и познаем на личном опыте. Это естественные факты и чувства. Такая истина временна, потому что она может меняться. Мы не отрицаем все эти вещи. Они вполне реальны, но они не подходят в качестве камня основания для нашей жизни или веры, потому что наши чувства склонны постоянно меняться. Они как песок, а на этом дом не построишь. Если вы хотите построить свой дом на своих чувствах, то он будет слабым, и во время шторма он рухнет. С другой стороны, есть позиционная истина, и она не склонна к переменам. Это правда о нас на основании нашего положения, которое мы получили при рождении. И какими бы ни были наши чувства или поступки сегодня, это никак не изменится. Это истина не зависит от наших чувств и от того, как прошел наш день. Например, я Уокер. Почему? Да потому что я родился в семье Уокеров. И неважно, чувствую я себя Уокером или нет, я все равно Уокер. А еще есть другие вещи, такие как моя внешность, мои способности или отсутствие каких-то способностей, которые которые автоматически стали моими при рождении. И я не могу этого изменить. Это прописано в моей ДНК. Например, у меня голубые глаза. Я их не заслужил и не заработал. Я ничего не могу сделать, чтобы изменить их. Если у вас карие глаза, то можете пытаться сколько хотите, но вы не сможете сделать их голубыми. Почему? Потому что они даны вам при рождении. То есть у меня есть положение и определенная природа, которую я унаследовал при рождении. Например, я мужчина, и это определено еще с самого рождения, и все это не зависит от моих дел или чувств, а только от моего рождения. Внешние проявления этих вещей могут меняться с возрастом. Я могу развивать таланты, заложенные во мне, но они были во мне с самого момента рождения. Это факты, которые мы не можем изменить, и они определяют мой естественный потенциал. Как бы усердно я ни тренировался, я никогда не стану спортсменом или музыкантом. Не думаю, что это во мне заложено. Может, поэтому моя фамилия Уакер или Хадок, а не Раннер, то есть бегун. Мои легкие недостаточного размера для этого, но зато я довольно хорош в ходьбе. Кстати, уокеры — это ходаки, это люди низкого сословия, которые ходили по сукну. Вот откуда взялась эта фамилия. Я рад, что сейчас занимаюсь не этим. Но это часть истины обо мне, которую я унаследовал от моих предков, и не могу это изменить. У всех нас есть определенный потенциал с сильными и слабыми сторонами. Нам нужно принять то, кто мы, и использовать то, что нам было дано, по максимуму. Это был пример для лучшего понимания нашей духовной позиционной истины. Оказывается, моя позиционная истина досталась мне не только от моих родителей, но и от первого человека в мире, Адама. То есть, все были рождены в Адаме, и это имеет серьезные последствия, которые мы не в силах изменить, потому что это фиксированные вещи, которые мы имеем из-за рождения от Адама и нашего положения в Адаме. А из из-за того, что Адам сделал, мы унаследовали очень плохую позиционную истину, и мы не в силах это изменить. Но позже я покажу вам, как это обернулось для нас в хорошую новость. Итак, Адам, глава человеческого рода, согрешил и взбунтовался против Бога. И в результате он принял на себя грех, проклятие и смерть. И каждый, кто рождается в Адаме, рождается в таком же положении перед Богом, с такой же греховной природой и с таким же проклятием на своей жизни. Нравится вам это или нет, но когда мы родились, мы автоматически унаследовали это от Адама. С ангелами все иначе, потому что они были индивидуально сотворены Богом, и каждый из них отвечает перед Богом только за себя. Но Бог создал первого человека Адама, а затем размножил все оставшееся человечество от него. То есть мы в Адаме. И когда Адам согрешил, то все эти последствия перешли и на нас. А значит, что мы очень многое унаследовали при рождении. Когда Адам согрешил, он умер духовно, он был отрезан от Бога. И в результате в его тело вошла греховная природа, которая доминировала над ним. Вот откуда у нас склонность идти своим путем, независимо от Бога, и быть своим собственным Богом, вместо того, чтобы довериться Богу. Так он стал неправедным перед Богом и оказался под проклятием бедности, болезни и смерти. Он также оказался под властью сатаны, словам которого он подчинился. А хуже всего, он оказался под судом и гневом святого Бога. А это означает, что в итоге его ждала вечная гибель. К сожалению, вы унаследовали все это от Адама. Его положение, его природу, и все лишь потому, что вы родились водами. Еще до того, как вы сами совершили какой-то грех, все это уже было правдой в вашей жизни вы духовно мертвы, с греховной природой, под властью тьмы, неправедны перед Богом и на пути к ужасной вечности в аду. Это плохая новость, но есть и хорошая, слава Богу. Заметьте, что все это правда лишь благодаря нашему положению в Адаме, от самого рождения. И мы никак не могли повлиять на это. Никакие добрые дела или религиозные ритуалы не могли изменить эту ситуацию. Никакое хорошее поведение не в силах изменить эти факты. Мы не можем изменить эту позиционную истину. Это плохо. Родившись водами, мы обречены на смерть и проклятие. Мы принадлежим царству тьмы. Водами мы оказались автоматически. И это определило нашу природу и нашу вечность у нас не было никакой надежды. Послание к римлянам, 5 глава, это классический отрывок о позиционной истине в Адаме и во Христе. Начинается он с плохой новости об Адаме. Все это должно помочь нам понять, что значит быть во Христе, который есть второй Адам. И начнем мы читать с 12 стиха. «Посему, как одним человеком, Адамом, грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть, проклятие, перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили, водами. Видите, смерть пришла к нам не тогда, когда мы впервые согрешили в детстве, потому что мы уже родились в состоянии греха и смерти. У нас было смертное тело, и тут сказано, что смерть перешла на всех людей, потому что все согрешили. Но речь не о нашем личном грехе, а о том, что все мы согрешили водами. Когда Адам согрешил, мы были в нем, а значит и мы согрешили водами, и на нас автоматически перешла смерть. Так смерть и греховная природа передалась всем людям, лишь потому что они родились водами. Например, если премьер-министр Великобритании, как глава нашей страны, объявит войну какому-то государству, например, России, тогда автоматически все в нашей стране, кто находится под этим главой, окажутся в войне с Россией, даже если это был не наш личный выбор. И это случилось просто потому, что мы Великобритания. А когда Адам отвернулся от Бога и объявил войну с Богом, то все, кто в Адаме, тоже оказались в этом положении, в положении греха и неправедности перед Богом. Такова наша позиционная истина в Адаме. Мы были рабами греха и не могли это извинить. Кажется, что все плохо но Бог использует этот принцип на благо. Мы продолжим читать 13 стих. «Ибо и до закона грех, греховная природа, был в мире через Адама. Но грех не вменяется, когда нет закона. Закон Моисея объяснил, что такое грех. Он открыл грех. До этого у людей было больше оправданий, чтобы грешить. Но при этом сказано, что грех был в мире от начала. Как? Через Адама. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея, еще до закона, и над несогрешившими, подобно преступлению Адама который есть образ будущего. Иными словами, не ваши собственные грехи поставили вас под власть сатаны и смерти. Все из-за греха Адама и вашего положения в Адаме. То есть дело не в наших личных грехах. Смерть царствовала благодаря греху, который был в мире через Адама. Конечно же, мы внесли свою лепту, совершая свои собственные грехи. Но мы и до этого были в состоянии греха и имели греховную природу от Адама. Спасибо тебе, Адам! Но перед тем, как перейти к положительной стороне, давайте посмотрим, что эти стихи говорят о негативной стороне. 15 стих. Преступлением одного подвергли смерти многие. 16 стих. «Ибо суд за одно преступление, Адам, к осуждению». То есть мы уже были осуждены в Адаме. 17 стих. «Преступлением одного смерть царствовала посредством одного». Итак, преступлением одного, всем человеком осуждением. «В Адаме мы все виновны перед Богом». Затем сказано, «Непослушанием одного человека сделались многие грешными». Мы сделались грешниками, то есть мы родились в грехе, но не потому, что мы что-то сделали, а просто потому, что мы родились в Адаме. И снова спасибо Адаму, но это еще не все. Мы никак не могли исправить свое положение, но Бог решил нам помочь. Грех царствовал к смерти. Вот почему послание к Ефесянам сказано, вы были в то время без Христа не имели надежды и были безбожниками в мире. Мы не могли исправить ущерб, нанесенный Адамом. Нам нужно было новое начало, еще одно рождение, которое даст нам новое положение и новую природу. Но как это возможно? И в послании к римлянам, пятой главе, мы видим ответ. Бог дал нам еще одного главенствующего представителя, чтобы он занял для нас место Адама. Адама который есть образ будущего. Адам ⁇ это прообраз Христа. Адам был главой человеческого рода, поэтому Богу нужно было представить нового главу человеческого рода. И мы приглашены стать частью этого рода. И то, что Адам сделал негативным, как наш глава, Христос сделал позитивным, как наш новый глава, но значительно большим. Слава Богу! То, что сделал Христос, аннулировало наше наследие водами и дало нам куда большее наследство. Он отменил проклятие нашей позиционной истины водами и излил на нас свою обильную благодать во Христе. Но дар благодати во Христе не как преступление водами. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека. Иисуса Христа преизбыточествует для многих, как смерть пришла ко всем людям через наше единение с Адамом, так сейчас ко всем нам пришла обильная благодать через наше единение со Христом. Как проклятие смерти пришло на нас только из-за греха Адама, еще до того, как мы сами согрешили, просто потому что мы в Адаме, так же и обильное благословение жизни приходит на нас сейчас из-за праведности Христа, еще до того, как мы сделаем что-то хорошее, просто потому что мы во Христе. И дар не как суд за одного согрешившего Адама. Ибо суд за одно преступление ⁇ Адам, к осуждению, а дар благодати ⁇ к оправданию от многих преступлений. То есть грех Адама привел к другим многочисленным грехам потомков Адама. А дар благодати во Христе не только отменяет и прощает все те грехи, но и дает нам праведность Христа, чтобы мы были признаны оправданными и праведными перед Богом. Как грех Адама был вменен всем, кто в Адаме, так и праведность Христа вменена или записана насчет всех, кто во Христе, и приносит нам оправдание. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного Адам, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа, как смерть царствовала над нами, только потому что мы в Адаме. Так теперь мы получили праведность и обильную благодать в дар только за то, что мы во Христе. Это никак не зависит от наших дел или чувств. И посредством этой праведности и благодати мы теперь можем царствовать в жизни через Иисуса Христа над грехом, смертью, болезнями и обстоятельствами. О, аллилуйя! посему как преступлением одного всем человеком осуждения водами. так правдою, праведностью одного Христа всем человеком во Христе, оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными водами, так и послушанием одного сделаются праведными многие во Христе, как грех водами царствовал к смерти, так и во Христе, Благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, как мы разделили грех Адама и последствия этого греха, а лишь потому что были в Адаме, так мы разделяем и праведность Христа и ее последствия. А это все благословения Божии и Его благодать. Все это принадлежит нам лишь за то, что мы во Христе. Это прекрасная новость, которую мы получили по благодати. Итак, если вы во Христе, то прямо сейчас все благословения уже ваши. Это тот самый камень, на котором вы можете строить свою жизнь, потому что все это не зависит от ваших чувств или ваших дел, а только от того, что вы во Христе. И вы можете жить в реальности всего этого. Мы получили всю позиционную истину о себе от старого Адама, унаследовав это от него или родившись в нем. Но теперь мы получаем нашу позиционную истину от нашего нового главы Христа, если мы во Христе, если мы приняли это новое рождение. Мы не можем заслужить новое положение или как-то изменить наше положение в Адаме. Нам нужно просто принять то, что сделал Бог. Нам нужно принять нашего нового главу, Иисуса Христа. Именно поэтому Иисус трижды сказал в Евангелии от Иоанна, «Должно тебе родиться свыше». «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие, и вы не можете спасти себя своими делами». Это обман. Что бы вы ни делали, вы все равно остаетесь с водами и под осуждением. Ваша единственная надежда — это быть во Христе, приняв новое рождение. Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Вам нужны два рождения. Первое рождение — от воды, из утробы матери, а второе рождение — свыше от Духа Божьего. Это духов духовное рождение. Рожденное от плоти есть плоть, это первое рождение. Рожденное от духа есть дух, это второе рождение. Затем он говорит, не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Это единственный способ выйти из Адама и быть во Христе. Вы не можете хвастаться своим первым рождением. Какими бы ни были преимущества вашего естественного рождения, вы все еще водами и все еще обречены. Вы не сами родились в первый раз. Так же и во второй раз кто-то должен был сделать это за вас. Все это Божья благодать. Второе рождение — это возрождение вашего духа. Человек — это дух. У него есть душа, и живет он в цели. Мы получили наши тела от Адама, но новый дух вы можете получить от Бога. И вот почему это новое рождение, когда мы становимся новым творением. Пока мой дух в Адаме, он мертв. Богу нужно взять меня из Адама и поместить меня во Христа, чтобы я мог стать новым творением во Христе. А когда я во Христе, мой дух оживает для Бога, и так через новое рождение я становлюсь новым творением. И пока я во Христе, мое адамово наследие отменено, и теперь я новое творение во Христе. Итак, кто во Христе, тут новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. Если Христос наш духовный представитель, наш глава, то мы получаем его позиционную истину, и все, что он имеет, переводится на наши счета после нового рождения, Слава Богу! Итак, если мы во Христе не за то, что мы делаем или не делаем, а просто за то, что мы во Христе, все эти вещи принадлежат нам. Как это стало возможным? Бог послал Своего Сына, чтобы Тот стал вторым Адамом, новым главой человеческого рода, дабы приходить к Богу от нашего имени. Второй Адам был идеально праведным и послушным Богу, и он был полностью принят Богом. Через воскресение Бог заявил, что полностью принимает Иисуса Христа как человека и принимает его жертву. И теперь он стоит перед Богом полностью святой и праведный, «Полностью принятый Богом». А если мы во Христе, то значит, что мы тоже полностью приняты Богом и любимы им из-за Христа. В послании к Ефесянам сказано, что мы приняты возлюбленным. Слава Богу! А как я могу быть во Христе? Иисус жил, умер и воскрес как наш представитель, дабы занять место Адама в качестве нашего главы. И теперь решение за нами. Мы родились водами, но сейчас Иисус предлагает нам Себя. Он желает быть нашим Господом, нашим представителем, нашим главой вместо Адама. Поэтому решение за нами оставаться водами и идти Его путями, независимо от Бога, или принять предложение Бога в лице Иисуса Христа, как нашего Господа, и идти по Его пути, доверяя Богу. Если мы ничего не делаем, то автоматически автоматически остаемся в Адаме, и нам придется понести последствия непринятия Христа. Но если мы верой принимаем Христа нашим Господом и Спасителем от всего того, что было в Адаме, тогда Бог совершает для нас чудо. Когда мы принимаем Христа, мы выходим из Адама и входим во Христа. Как только вы приняли Христа, вы тут же во Христе, вы крещены во Христа, Христос входит в нас, и наш Дух перерождается. Так мы становимся детьми Божьими и сонаследниками, со Христом. Это означает, что теперь вся позиционная истина о нем становится нашей. Теперь она не унаследованная от Адама, а полученная от Христа. И главный вопрос вашей жизни, где находитесь с вы водами или во Христе. Если вы водами, тогда все, что есть водами, вашим. Но если вы во Христе, то все, что во Христе вашим. Вот почему фраза во Христе так важна. Иоанна, первая глава а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые от Бога родились». И Иисус говорил, что нужно родиться свыше. А как мы входим во Христа? Все зависит от нашей веры. Когда в Библии сказано «всякий, кто поверит во Христа», то используется слово «эйс», которое означает «в» — движение «куда-то». То есть через веру вы перемещаетесь во Христа. Иисус сказал, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, потому что во Христе нет осуждения. Когда вы верите во Христа, вы перемещаетесь во Христа. Теперь вы во Христе. Слава Богу! Итак, вы выходите из осуждения, потому что во Христе нет никакого осуждения. А неверующий уже осужден, потому что он еще в Адаме, потому что не уверовал во имя единородного Сына Божьего. 36 стих. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Итак, когда мы во Христе, нам нужно строить нашу жизнь на твердой истине. Найдите все места Писания, где говорится «во Христе». Примите их как факт и стройте на них свою жизнь. А если вы еще не во Христе, то я призываю вас принять Христа. Как только вы примете Христа своим Господом и своим Спасителем, вы окажетесь во Христе, и все, что принадлежит Христу, сразу же станет вашим. Это все благословения в небесном нашем Отце. Слава Ему за это! Мы предлагаем вам серии проповедей на разные темы. Каждая серия состоит из восьми дисков. Позвоните нам, и вы узнаете весь перечень тем. Недавно вышел диск на тему ⁇ Божье видение для его церкви ⁇ И я рекомендую вам прослушать эту тему. Позвоните нам или напишите по адресу, который вы видите на экране. Стоимость одного набора дисков составляет 15 фунтов. Пишите и звоните нам.